Впервые лидеры мытищинских общественных организаций собрались все вместе за круглым столом. В рамках мероприятия обсудили актуальные вопросы, дальнейшее взаимодействие и перспективы оказания помощи бойцам, которые находятся в зоне СВО. У каждой организации есть свои предложения и просьбы, разрешить которые можно только на муниципальном или региональном уровнях. Посыл нашей встречи – это для того, чтобы, во-первых, всех объединиться друг на друга, посмотреть, обсудить, какие есть насущные проблемы, чем мы можем помочь, это материалом, помещением, может быть, еще чем-то посильным с нашей стороны. Потому что зачастую мы же тоже оказываем гуманитарную помощь. И, честно говоря, тоже иногда встаем вопрос, потому что запросы разные, мы встречаемся с семьями мобилизованных, но хочется, чтобы то, что мы делали, действительно приносило пользу. На встрече было принято решение о выделении единого пространства, в котором смогут базироваться все организации, занимающиеся помощью военнослужащим. Администрация округа пообещала взять под одно крыло всех неравнодушных граждан и усилить волонтерскую работу в разы. Так, например, руководитель волонтерского движения «Круги добра» Семен Пономарев представил проект «Сила в единстве», который направлен на поддержку волонтерской деятельности в мытищах. Наше движение «Круги добра» занимается, как и многие движения, помощью новым территориям. У нас очень большой объем помощи идет гражданскому населению, и, безусловно, мы помогаем нашим мобилизованным ребятам. Также поступила инициатива провести благотворительную ярмарку в формате аукциона, а вырученные средства направить на поддержку СВО. Глава округа поддержала это предложение и пообещала оказать всю необходимую помощь. На встрече отметили, что для организации «Золотые руки ангела» администрация помогла найти и обустроить дополнительное помещение. Теперь участникам проекта будет комфортнее изготавливать необходимое для бойцов оборудование. В целом, круглый стол был отмечен плодотворной работой участников. Состоялась интересная дискуссия и обмен мнениями. Татьяна Горностаева, Первый Мытищинский.